Два жителя Кемеровской области госпитализированы с диагнозом корь. Предположительно, люди заразились во время туристической поездки в Монголию. Инфекция может угрожать и сибирским регионам. Ситуация с этим заболеванием, считавшимся побежденным, неожиданно обострилась в России. В Свердловской области заразились несколько десятков человек. Всего в этом году в стране зарегистрировано 90 случаев заражения опасной болезнью. Медики вынуждены изменить правила вакцинации. Прививать от кори будут не только детей, но и взрослых до 55 лет. В первую очередь тех, кто из-за профессии оказывается в зоне риска.